Кто вы? Меня зовут Плевака, ваш адвокат. Да, девица из низов приобретает револьвер за целый месяц до убийства и убивает кого? Потомственного дворянина. Тело князя страшное, тяжелое. Я должен задать вам несколько вопросов. Давайте начнем с самого простого. Против Бога идти нельзя. Бесстрашие – это не всегда про смелость. Я была у вас на суде. Грешник. Но если мой подзащитный невиновен, пусть Господь подаст знак. Так я протестую. Вы не можете протестовать! Помогите мне, я должен знать правду. Это все люди, доведенные до отчаяния. Ну как вам такое, господин адвокат? До встречи в суде, ваше высокопревосходительство. Валя.